Позвольте представиться. Меня зовут Валерий Константинович, фамилия моя Железов. Я хочу, чтобы у вас не опустились руки, чтобы таких садов было много. Это Сибирь. Здесь каждый год до 40 градусов. Я надеюсь, что вы поверите мне только потому, что это не просто сад. Это доказательство того, что все в наших руках. Это доказательство того, что когда-то были райские сады, мы изгнанники. Мы просто возвращаем деревьям их культурные качества.